Дорогие подписчики, всем приветик! Это проект «Путь рангов». Вы, наверное, уже давно роликов по этому проекту не видели, но здесь есть определенные сложности. Первое, и второе, и третье, и четвертое, и пятое — нет прокачки. Все сложности из-за того, что нет прокачки. Короче, Сэнди — это последний персонаж, которого непрокачанным я апаю на свой ранг. И на этом, скорее всего, все. Дальше я буду, ну не знаю, жестко донатить, ну надо прокачаться. Итак, давайте я вам расскажу, какая картина на этом проекте и что нас ждет. Во-первых, для новичков, это проект, где я апаю каждого нового бойца на один ранг выше предыдущего. У меня всего на аккаунте 29 персонажей. Значит, Сэнди мне надо поднять на 25 ранг. И сейчас, кстати, будет Сэнди. Ну это уже так, не знаю, в полуфинал, что ли. Единственный, ну, Сэнди будет сейчас зеленый ранг такой. Это уже предпоследние ранги. И последний, 30-й, останется. Сэнди мне надо апнуть на 25-й. После Сэнди у меня на аккаунте есть Макс. Его надо апнуть на 26-й. Ой, у меня немножко AR-сервер сбился. После Макса мне надо поднять Нани на 27-й, Джина на 28-й и Мистера Пи на 29-й. Конечно, не прокачанными я их апать не хочу. Ну, до определенных кубков окей. Дальше по-любому надо прокачаться. На 30-й ранг два персонажа, ну, на выбор. Либо это Ворон, либо это Спайк. Ну, конечно, все мне говорят, лучше, конечно, чтобы выпал Спайк. Потому что если дропнется Ворон, это попа. Ворон не метовый и будет очень сложно. Но я готовый к сложностям как и на Спайке, так и на Вороне. Посмотрим. Сейчас моя задача — поднять Сэнди на 25 ранг, 5 уровнем. Это сложно, я не могу отыгрывать против, ну, жестко держать фланг против фуловых персонажей. Со мной 100 проб и ни о чем. Вот, короче, сейчас пойдем, покатаем, попробуем поднять. Готовы? Yes, капитан. Фух, поставьте, пожалуйста, лайк, прошу вас. Реально, вот дальше мне надо будет, наверное, следующие выпуски по проекту «Путь рангов» будут открытия сундуков, чтобы прокачать персонажей. Потому что, ну, апать 26 ранг уже сложно будет. Поехали, надеюсь, Сэнди получится апнуть. Апаюсь на стримах, приходите на мои стримы. Вот прямо сейчас идет трансляция, когда я записываю этот видос. Зрители, передайте привет, давайте я вас на веб-камеру покажу. Передавайте привет быстрее. Вот они, зрители. Передавайте привет. Play. Матч. Так, ладно, все. Только Вова передал привет, больше никто не передал привет. Ну все, каточка. Не только Вове нужно. Пол каточки уже прошло, а вы только привет передаете. Так, смотри, у тебя там Леончик. Так, все, вижу. Все, я сосредоточился, я вижу. Леона, хоп. Блин, ну Леон, конечно, меня... Ну нет, ты можешь его обыграть, почему? Да. 5 уровнем. Не, ну я стараться буду, конечно. 3 хп. Как бот играет, я смотрю по нему. Так. Ух ты, блин, почти двоих убил. Но опять же, был бы постарше уровень, я бы затащил. Так, пацаны, поехали. А у тебя всего 2 гаджета, да, Натари? Ты последний еще слил? Остался. А, не, так не, нормально. Не, 3 гаджета. Отойди. Ну, ну ладно. Ой! Надеюсь, ты это не видел. Нет, я это не видел. Так, сейчас слава придет Богу, Ворон, прилетит. Сейчас Ворон прилетит. Готовимся его ловить. Меня притянули. Прикинь. И тебя убьют. И наших... А, фух. Фух, я думал, наши кристаллы забрали, лол. А чё ты не собираешь? Вау, я думал, ты его не притянешь. Вот это было неожиданно. Хорош, ну все, это победа. Персональ всего час каточку ты зарешал. Не, ну конечно. Я думал, он не притянет, я думал, так, чисто, фух. Так, там Джин, да, у них с ультой? А вот он, он мог меня вытащить. Уходи. Да я знаю. Я тоже все время так, блин, стою, знаю, и меня притягивает и убивает, поэтому... Есть, это победа. Нам остается одна каточка, дабы поднять Сэнди на 25-й. Ребятки, на видос вообще все как-то ровненько. Но вы не представляете, сколько я мучаюсь на стриме. На стриме я играю 2 часа, дабы поднять 50 кубков. Ради 50 кубков 2 часа, как вам? А?
То есть, чтобы эти 750 не очень легко давались. Мы перепробовали много пиков, мы меняли много игроков в команде. Ну, короче, я из гарда играл, и что мы только не делали. Но как пришел стоп-роп, как стоп-роп пришел, все. Только победы почти. Одно поражение мы сделали, все. Ну, я считаю, что мы сейчас подобрали классный пик. Так. Ну, конечно, мне все равно кажется, что вместо Тары Роза была бы получше, но... Я так не думаю, Роза... Стяжка, короче, у Тары, если правильно ее уметь пользоваться, то она прям, ну, троих может и все. Не, ну это да, это да. Ну, блин. Пойду за... Я, короче, рашить пойду. Все равно, с меня толку нет. Ну, это выиграли, я прям вижу, блин. Что-что? Выиграли, да? Да. Так. Иди направо, не хочу мне там стоять. А, ну. Так, ну, ребят, вообще без поражений получается видос. А я думал, что мы сейчас помучаемся. Я думал, сейчас мы будем. Так. Да, блин. Ну, кто был на стриме, те видели. Я даже не хотел, я думал завершить стрим. Я думал, да, все. Ну, потом. Я думаю, не-не, смысла нету. Надо прокачиваться. Я думал, надо донатить, надо прокачивать Сэнди на фул. Но смотрите, вообще на изях откатали. Вообще на изях. Ну, у нас реально, у нас пик тогда был не очень. Вот сейчас чуть-чуть получше. Ну что, друзья, смотрите, полуфинал! Блин, ну, короче, ну, показываю чат. Ребята в чате, а ну, покажите, как вы этого ждали, покажите. Покажите, как вы этого ждали. Стрим идет, ребята, вот, смотрите, 2 часа, 50 кубков мы апали. Ура! То есть, реально, ну, блин, на видосик быстренько получилось все. Тупо за 5 минут подняли, потому что без поражений. Но на стриме, господи, сколько мы мучились. Я думал, эти две катки будут вечными. Ну, поэтому и включил видос. А они так на изи. Ну ладно, давайте, вот этот момент истины. Момент истины, ребят. Бум! 25-й ранг, друзья, Все, Сэнди, это реально полуфинал был. То есть это до этой отметки мне было плевать, какая прокачка. Пэм, кстати, была второго уровня. Ну, на шестой психанули, прокачали. Значит, смотрите, следующий у нас персонаж Макс. Он на данный момент 5 уровня. Да, его можно на 600 поднять. Но мне его надо поднять, получается, на 800 уже трофеев. 26 ранг уже 800. То есть, ну, в любом случае, ну, на какой уровень? Ну, Макса 8, да, 9 пойдет на такой? Или надо прям на 10? Пойдет. Нет, 8 тоже пойдет. Вот, надо прокачать Макса. Дальше, после Макса у нас идет, сейчас скажу, кто. После Макса у нас идет Нани. Это вообще просто застрелиться. Но она 5 уровень тоже. Но, опять же, я не знаю, это просто, ну, даже на фулл персе Нани она не очень фланг держит. Это будет чудо, если я подниму Нани на 27. Ну, окей, Джин. Ну, на Джине я лучший. Кто? Я на Джине буду первым уровнем апать. О, кстати, а может реально сделать по хардкору и апнуть его первым уровнем? А 28 ранг смогу или нет? 28. Попробуем. Мистер... Можно будет. Ну, я прокачивать не буду, если упремся, то прокачаю. Мистер Пи. Мистер Пи у меня 29 ранг, а вот 30-го, друзья, 30-го ранга еще у меня нет. Если вдруг будет что-то в магазине продаваться, я обязательно какого-то перса куплю. И, конечно же, мы его запушим на 30-й ранг. Давайте так, наберем на этом ролике, не знаю, 150 тысяч лайков. Я доначу много-много гемов сюда, ну, больше, чем $100. И мы делаем крутое открытие. Возможно, выбиваем сразу персонажа на 30-й ранг. Ну и, соответственно, прокачиваем персиков на фулл. Не, все, на этом буду завершать. Че по ссылкам? У меня чем есть канал? У меня есть. Ну, это, конечно, мне так раздражает, что я прям каждого, каждый ролик прям каждого всех пиарю. Но я оставлю ссылку в описании, ребят. В знак уважения. Я помощь ценю всегда. Вот, подписывайтесь. На этом буду прощаться. Спасибо вам за просмотр. До новых встреч. Сейчас еще 10 секунд.
Не, ребят, на самом деле я реально устал. Я на стриме очень муторно этого Сэнди апал. Она еще была четвертый уровень. Он это или она? Я путаюсь всегда. Сэнди, по-моему, он. Ну, не помню. Сэнди, он? Я не знаю. Да-да-да, это. Так вот, я так долго муторно апал, что типа я, ну, не возил бы долгий видос. Поэтому я уже смотрю, остаются две катки. И я подрубаюсь, и так, поэтому такой ролик получился короткий. Но приходите на стримы, будете видеть больше контента, больше каток и больше пуша. Путь рангов, ребята, это полуфинал. Дальше, блин, интересно будет. Осталось 5 рангов. Если со мной подписывайся, ставь лайк, нажимай на колокольчик. Все, я погнал. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.